Добрый день. Спасибо большое за приглашение. Хотел бы поговорить о том, что мы говорили, о том, что фонд «Оливия» делает в Польше, как мы повышаем чувство безопасности среди наших пациентов. И я должна начать с очень быстрого обзора того, почему мы боремся. Так, и вместе с братом Бартом мы искали лучшие терапевтические варианты по борьбе с раком, и на самом деле это не так просто. Они сталкивались с проблемами, касающимися денег, были формальные сложности, и также были сложности, проблемы неэффективности работы системы здравоохранения. Естественно, обращался за свое здоровье, но опыт, который они накопили, помог им организовать этот фонд. И практически 10 лет назад фонд «Оливия» был, собственно, основан. Но почему нам нужно бороться? Почему был создан такой фонд в Польше? Мы знаем, что сейчас более 180 тысяч человек каждый год, у них ставится диагноз рака. Каждый четвертый из нас в Польше, каждый четвертый житель Польши, у него будет поставлен диагноз рака. И где-то порядка 1,5 миллиона поляков уже погибают от рака. Соответственно, за период 1999-2014 год. И это, соответственно, одна из ведущих причин смерти в Польше. Именно поэтому фонд «Оливия» был организован. И мы даем, и мы продвигаем современный подход к борьбе с раком. У нас порядка 5 областей, в которых мы работаем. Основная – это финансовая поддержка, но, естественно, знания – это то, что мы, скажем так, продвигаем. Естественно, мы даем бесплатные образовательные программы, и, естественно, мы защищаем права пациентов и помогаем им в сложных ситуациях, скажем так, которые возникают в социальной жизни. Это то, что является нашей целью. И основной момент – финансовая поддержка. Мы знаем, что деньги – это очень важный аспект для онкологических пациентов. И когда у пациента возникают финансовые сложности, мы помогаем ему или ей с помощью программы сбора средств. Это обеспечивает финансовую поддержку. Это механизм такого краудфандинга, который позволяет им получать деньги для терапию и лекарства и так далее. И мы предоставили нашим пациентам порядка 15 тысяч польских злотых, то есть это порядка 250 миллионов рублей. И эти деньги были переданы пациентам на компенсацию стоимости терапии. Сейчас порядка 388 бенефициаров, вы видите некоторых из них. Мы помогаем всем им собирать деньги, и мы знаем, что в Польше у нас имеется проблема с временем, которое необходимо ждать в очереди, скажем так, для проведения диагностических тестов. И вы все знаете, насколько важно поставить диагноз быстро. Именно поэтому требуются быстрые и бесплатные диагностические процедуры, такие как МРТ, ПЭТ, КТ. Есть программа на нашем веб-сайте, которая может показать вам, где вы можете провести диагностическое обследование быстро, бесплатно. И здесь, например, то, что вы видите, это очередь на МРТ в Варшаве. Соответственно, вы можете проверить, в каких клиниках проводится обследование за 55 дней. Есть клиники, где нужно период ожидания порядка 100 дней. Это очень большая проблема в Польше. Это вот эти очереди ожидания обследований. И, соответственно, мы даем эту информацию бесплатно.
Мы помогаем порядка 300 с лишним пациентов в год посещать наш сайт. И это диагностические тесты, которые ожидают именно диагностических обследований. Это большая проблема. Естественно, пациенты также ищут врача. Если вам нужен врач, который будет уважительно к нему относиться и к ей, который уже уважает права пациентов, и это также сейчас частью нашей программы, помогаем и с этим вопросом. У нас есть еще один бесплатный портал, в котором сами пациенты могут оценить врача или клинику, или больницу, соответственно, с тем, чтобы они могли найти клинику или специалиста, который, о котором, скажем так, есть хорошие отзывы. И это также портал, который очень популярен. За прошлый год более 200 с лишним тысяч пациентов посетили этот сайт, оставили свои отзывы и нашли хорошего, дружественного, скажем так, врача. Мы также стараемся обучать и образовывать наших пациентов касательно генетических тестов, индивидуализированной медицины. У нас еще есть одна бесплатная платформа, в которой вы можете... на котором можно ознакомиться, какие генетические тесты необходимо пройти. И то, что вот вы сейчас смотрите, это страничка касается рака легких. И здесь вы видите, здесь можно посмотреть, какие имеются мутации, на какие мутации необходимо провести тестирование, и какие препараты могут быть вам предоставлены, если, или какие препараты вы можете получить, если вы пройдете тесты. Это также бесплатный веб-сайт, он доступен всем. Также у нас имеется проект, который демонстрирует нашим пациентам еще, это еще один образовательный проект, который называется «Онкоиндекс». И этот проект показывает вам имеющиеся препараты, терапии и методы лечения, которые разрешены к применению обществом ESMO, или одобрены обществом ESMO, поскольку у пациентов, онкологических пациентов в Польше имеется ограниченный доступ к препаратам, в частности, к современным препаратам и доказательной медицине. Соответственно, мы хотим дать нашим пациентам надежный источник информации. И на этой платформе «Онкоиндекс» вы можете поискать, посмотреть все препараты, которые разрешены для специфической нозологии, в частности для РМЖ. И также можете посмотреть на список всех препаратов, которые ESMO рекомендует. И также можете увидеть, доступны ли они в Польше, поскольку не все эти препараты на данный момент, к сожалению, доступны. Извините, еще один, еще онкоиндекс, также инструмент, который мы используем как инструмент для защиты прав пациентов, поскольку раз в 2-3 месяца мы проводим исследования по новым препаратам, которые доступны в Польше, и сравним их с доступностью в Польше, и далее оценим, каков же уровень доступности препаратов и фармакотерапии в Польше. И мы, соответственно, можем легко связаться со средствами, со СМИ и сообщить им о проблеме с препаратами, которые, например, сложно получить, сложно купить. Это может быть очень сложная ситуация для пациентов, и мы ее упрощаем. То есть пациенты могут поискать все препараты на этом веб-сайте и оценить все эти возможности. И, естественно, у нас мы организуем массу социальных кампаний, и наша самая известная кампания – это кампания «Война против рака», которую мы организовали, чтобы, скажем так, продвигать, что ли, информированность об этом заболевании. И мы хотим показать нашему обществу, что онкологические пациенты на самом деле это не жертвы. Им не требуется жалость, им не требуется солидарность и помощь, и им требуются деньги. И мы используем все возможные информационные каналы, телевидение, радио, СМИ и так далее. Мы широко сотрудничаем с профессиональными компаниями. Мы организовали эту компанию. Я хотел бы показать вам короткое видео, которое мы сняли в рамках компании. А, нет, извините.
Передаем предыдущее видео. Можно проиграть? Вот нет, а видео, которое перед этим. Сейчас, извините, вот здесь, вот нет, не это. Okay, there's this one. Can you play this one? Спасибо. Это было рекламное видео для, в начале этой кампании. И если можно, запустить еще второе видео, которое... Это видео на английском, которое резюмирует вот эту кампанию. Мы поднимаем деньги на препараты, на которые пациенты не получают компенсации. Вам требуется адекватная стратегия для того, чтобы привлечь внимание тех, кто может вас поддержать. И то, что вы делаете, чтобы собрать 68 миллионов, вот, как вы получаете фонды, простите, звук очень плохой, практически не слышно, что говорит диктор. Итак, что вам нужно, чтобы собрать деньги? Вы отправляетесь на войну. Идея нашей компании основана на том, что мы действуем через средства социальной информации, сообщаем о необходимости помощи пациентам с раком. И громадное количество просмотров обеспечивает широкое внимание публики. Необычная форма кампании привлекает внимание общества и различных групп. Кампания была чрезвычайно эффективна. На втором этапе мы пошли дальше. Targets are available online and offline. Each purchase supports Olivia. But we didn't stop there either, and we loaded the idea into another unique fundraising. Простите, невозможно переводить, очень плохой звук. Впервые игроки могут связать свой счет с тем человеком, которому хотят помочь. Если игрок и выбирает конкретного человека, что деньги получены, могут помочь конкретному пациенту. Если конкретный пациент не выбран, то деньги будут распределены среди пациентов, участвующих в программе Оливия. И порядка 100 тысяч человек присоединяются к этой битве в год. И, соответственно, можем спасти каждый год 30 тысяч жизней. Эта война бесконечна, и перед нами еще много битв, которые предстоит выиграть. Спасибо. Еще один момент. То, что мы делаем, чем занимаемся очень активно, это представление пациентов в области, скажем так, общественных взаимоотношений. И мы говорим о том, что основным приоритетом в итоге является борьба с раком. И, естественно, мы общаемся на уровне правительства, на больших общественных мероприятиях, конференциях. И, естественно, это то, что мы, как мы верим, это позволит нам добиться максимального результата и позволит нам изменить систему. Естественно, мы активно выходим, скажем так, на первый план, чтобы нас видели, и наш совет, наши пациенты выступают.
в СМИ, описывают ситуацию, связанную с пациентами, с онкологическими пациентами, и они об этом говорят. И также к этим обсуждениям привлекаются министры, и это помогает изменять существующую систему, поскольку мы хотим придать нашим пациентам мужество, и мы верим, что все эти действия направлены на нужды пациентов, и возможность, если мы позволим пациенту говорить, однажды это сделает когда-нибудь рак излечимым заболеванием.